Свой секрет, как сохранить здоровье и победить все болезни, есть у активиста из Златоуста. Мужчина ведет курсы по сознательной трезвости и закаляется. Ходит босиком по снегу и купается в холода в родниковой воде. Вода родниковая бежит, живая вода. Активист общественной организации «Трезвый Златоуст» Сергей Сальников 6 лет занимается закаливанием. Купается в проруби и ныряет в снег. Такая закалка, заявляет, помогает вернуть молодость. Человек, когда заходит в холодную воду, от поверхности кожи вся кровь, она поступает вовнутрь, запускает процессы омоложения, регенерации, восстановления внутренних органов. Сергей к закаливанию приучает родственников, а другим горожанам помогает бороться с вредными привычками. Организовал курсы сознательной трезвости. Уверен, соблюдать ее – это первый шаг на пути к молодости.